Главное событие всероссийского масштаба для юношей и девушек от карате состоялось в конце апреля в Омске. В первенстве России всероссийских соревнованиях «Кубок Прииртышья» приняли участие 834 юных спортсмена со всей страны. Наш регион в четвертый раз принимает престижный юношеский турнир. В нынешнем году за красочным торжественным открытием и поединками наблюдал вице-президент Всероссийской Федерации Карате Виктор Хан. Гость отдал должное организации соревнований. Областное министерство спорта и региональная федерация карате получили высокую оценку проделанной работе. Отношение к карате такое серьезное. И вообще, вы знаете, после того, как карате стал олимпийским видом, стало больше детей, больше внимания этого вида спорта со стороны руководства региона. Так что Омск – один из лучших городов для проведения таких турниров. В программе ключевого турнира сезона – состязания в разделах ката и кумите. На кону в ярких скоротечных и эмоциональных поединках не только медали первенства России, но и участие в Кубке мира среди молодежи в Хорватии летом 2018 года. Конкуренция чувствуется, она серьезная, потому что со всей России приехали ребята, и они тоже очень хорошо готовы. Я вкладываю как свою душу, то, что я наработал, я хочу показать максимум на то, что я способен, и показать всем, что я могу. Мне нравятся очень эти соревнования, тем, что большой зал, все друг меня видят. Очень можно, если я займу первое место, это будет классно. Полуфинальный поединок в разделе кумите у мальчиков 10-11 лет. Владимир Гончаров из Тольятти безоговорочно доминирует над Тимофеем Яшиным из Татарстана. Эмоциональный и техничный Владимир доводит дело до победы, а в финале одолевает своего земляка и становится чемпионом России. Уровень хороший, но не мой. Почему? Потому что я лучше. Не менее напряженными получились поединки у девушек. Азарт и сосредоточенность, эмоции, которые придают энергию, как результат – зрелищные схватки, радость победы и четкие цели на будущее. Я хочу черный пояс и стать тренером. Почему тренером? Потому что мне нравится эта профессия, мне нравится, как показывает наш тренер. И я хочу быть такой же, как и она. На счету каратистов из Омской области с учетом всероссийских соревнований 5 бронзовых наград. Добраться до пьедестала удалось Семену Грачеву из клуба «Триумф». Я очень рад, что третье место занял. Для меня это впервые. Со всей России были спортсмены. И я третье место занял. Все, что отрабатываю на тренировке, с тренером мы применяем на тренировках. Все дело на соревнованиях. Отработанные удары. У меня сегодня очень много эмоций. Из-за такого большого турнира я получил много опыта от других регионов, от их техники. Получилось у меня за счет моего тренера Александра Белика. Лучшую подготовку к знаковому турниру продемонстрировали каратисты из Свердловской области и Санкт-Петербурга. Ребята из Самарской области – третьи.